Ну что, друзья, могу сказать вам про Fire Punch. В общем-то, прочитал мангу полностью, от начала и до конца. Большое спасибо за заказ. Если что, я Александр Шадов, да, вы еще это услышите, кто я такой. Но начнем с небольшой рецензии. Ну, она будет предварительной, потому что дальше спойлеры, спойлеры. Мы будем читать мангу, ну как, мы будем ее просматривать, и я буду ее комментировать. Да, то, что я читал, некоторые моменты я буду останавливаться и комментировать сюжет, пересказывать сюжет. То есть... Вот просмотрите сейчас небольшой отрывок, если вам интересно, стоит читать, не стоит, а потом можете посмотреть по сюжету, если вы не будете читать или уже читали, например, эту мангу. Что могу сказать? Манга хорошая, финал средний, средний, неплохой, это не ужасное завершение, не отвратительное завершение, могло бы быть и хуже. Не вполне понятно, зачем вводили эту снежную королеву мелкую, которая дерево, вот эта вот вся херня, вообще вся подсюжетка с деревом, вот этой всей херней, ее просто можно было бы убрать, и было бы не так на самом деле странно. Потому что это, наверное, самая слабая сюжеточка вот с деревом, да, вы потом узнаете, когда будете это смотреть, читать и знакомиться. Очень большой акцент на переживания персонажей, если что. Просто на регулярочках персонаж что там переживает, горит, горит, умирает, не умирает, меняется, не меняется. Это, ну, не хорошо, не плохо, это нормально, это бывает такой подход, он вполне приемлем, и здесь это хорошо реализовано, за что большой, конечно, плюсик. Мир абсолютно бескомпромиссный, что отчасти хорошо. И от чего, кстати, немножко подташнивает в концовке, потому что концовка слащавая мне показалась. Насколько слащавая, узнаете сами, когда прочитаете. Читать ли данную мангу? Да, думаю, да, потому что, ну, прочтение в чистом виде займет у вас часа 3, наверное. И это часа 3 довольно интересные. Особенно в самом начале, первый, в общем-то, том, он очень хороший. Он прям вот удивляет местами. То есть ты периодически не ожидаешь, насколько жестокие вещи в этом, в общем-то, все могут произойти. Потом ты как-то к этому привыкаешь. На самом деле первый том, он как бы дает, задает себе такой вот темп хороший, сильный, где куча убийств, все персонажи подыхают, там лишаются конечности без остановки просто. И ты такой, ну сначала, вау, 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 что происходит, что происходит, что происходит. А потом как-то уже поспокойнее становится, и ты понимаешь, что, ну, это нормально, что персонажу опять голову напополам разрубили, это нормально, там персонаж горит, его там расчленяют, это нормально. Да, и, ну, в общем, тебя сначала удивляет, а потом, ну, в принципе, приедается, но это нормально тоже, на самом деле, в этом никакой особо большой проблемы нет, иногда даже, ну, куда дальше там удивлять. Куда еще дальше в своей чудовищности мог зайти мангака, непонятно. В общем, достаточно жестокое произведение с инцестом. Муа, инцест, дело семейное, соответственно, с псевдоинцестом. Типа, знаете, отдельные категории порно, в которых, типа, сводная сестра приходит, ну и вот это вот все. Ну вот здесь что-то такое наблюдается на самом деле. В принципе, произведение отличное. Произведение отличное. Читать, ну, рекомендую. Очень рекомендую. Концовка немножко сжеванная, так скажем. Финальная битва с главным злодеем. С главным злодеем. Который, ну, вообще злодей, да, правильно? Ну, вы знаете тоже, почему я так насмехаюсь над этим. Красиво выглядит, красиво сделано, эмоции поставлены тоже там довольно интересно. Ну, что еще можно дополнительно сказать? По-моему, было очень и очень и очень и очень и очень неплохо, соответственно. Если сравнивать с человеком-бензопилой, вы же, это же правильно, человек-бензопила, вы мне хотели показать. По-моему, это намного лучше. Пока что из того, что я видел. Может, потому что человек-бензопила от того же самого автора, он немножко медленнее начинается, но почему-то человек-бензопила более детским выглядит неожиданно. Вы мне просто говорили, что он жесткий, а он выглядит, на мой взгляд, наоборот, более детски. Здесь-то все наоборот по-взрослому поставлено, такая относительно взрослая история с относительно интересными персонажами. Режиссерша очень сильно понравилась, которая снаружи женщина, а внутри мужчина. Вы это тоже узнаете. Там много разных нюансов, соответственно. И персонажи относительно хорошо прописаны. Из недостатков я бы, наверное, заметил, что почти все женские персонажи, они как бы на одно лицо, и ты такой... Так...
Так, так, кто это такая? Что так? Окей, а, еще и персонажи клоны, хорошо. Его сестра, девочка с деревом на голове, и Иуда, девочка Иуда, кстати, да. Вот они все просто вот вообще на одно лицо, ты просто периодически перестаешь понимать, кто где, когда и что происходит. И ты такой, ну, типа, допустим. Это минус, на мой взгляд, причем достаточно большой. Неплохо было бы, если бы они были разные или хотя бы, ну, одеты очень по-разному. Прям очень по-разному одет. Ну, ладно, девочка с этим деревянным рогом еще понятно, да, кто она, где она, и почему это отдельный персонаж. А вот с глюками персонажа, да, тут еще важно понимать, что у персонажа периодически происходят разного рода галлюцинации. Он то видит свою сестру, то не сестру, то еще что-то у него в голове. Это все иногда так перемешано и перепутано, и ты в определенные моменты перестаешь понимать, когда происходит некое сновидение, а когда происходит, так скажем, сюжетная реальность. В остальном очень зрелая работа, очень серьезная, очень жестокая, суровая, с несколько слащавым финалом все-таки, с несколько слащавым финалом. Ну да, там типа есть свои нюансы с окончанием, но вы это все тоже посмотрите. Все же самый-самый последний момент, самая последняя глава, ну прям вот слащавая-слащавая, и ты такой... За что? Зачем? Ну зачем? Могли бы нормально закончить. Ну зачем вот эта вот хуйня вся слащавая? Ну и вот. В целом рекомендую. И сейчас, вот сейчас, то, что пойдет следом, я буду как раз, соответственно, пересказывать сюжет, смотреть на картинки, разбирать эти картинки, не картинки, рассказывать, пересказывать. В общем, знакомить вас и сам знакомиться параллельно с этим произведением. Это небольшая предварительная рецензия на несколько минут. Надеюсь, что вот она вас подвигнет прочитать это. Если вы не хотите спойлеров, выключайте видео буквально на этом моменте. Потому что дальше будут спойлеры. Спойлеры, спойлеры, спойлеры. Я буду спойлерить, я буду останавливаться на самых классных моментах, я буду замечать, как там что классно, а что не классно, где какие сюжетные повороты, как я их оценил или не оценил. В общем, дальше будет, ну, испорчу я вам, в общем-то, испорчу все вот это вот восприятие сюжета. Потому что это надо читать, и надо читать последовательно. Ну, то есть, первую главу, если вы прочитаете после того, как я вам все это перескажу, вас просто некоторые моменты удивлять не будут. Это нехорошо. Поэтому сразу с первой главы не надо смотреть спойлеры. Все. Если не собираетесь читать, смотрите. Если уже посмотрели, почитали, смотрите. Ну, в общем-то, все. Вот так вот. А, и я еще вот извиняюсь. Вот там где-то минуты с 20-й, наверное, будет небольшой рассинхрон, где-то вот минуты до 30-й. То есть 10 минут рассинхрона со звуком, я ничего не смогу с этим сделать, простите. Никак ничего не получится. Будет рассинхрон по звуку, но зато потом дальше будет нормально синхронно все. Там небольшие проблемы с видео, я напоминаю, что у меня OBS немножко накрылся, перезаписывать все это я не буду, потому что заново перечитывать, ну просто на видео было бы странно, потому что это была фишка в том, что реакцию я как бы выдаю. Ну, в общем, вот, смотрите, наслаждайтесь. За рассинхрон извини, так скажем. Здравствуйте, зрители! Меня зовут Александр Шадов, поэт, писатель, философ, кандидат философских наук, герой Лизардии, а также самый главный анимешник, игрок, мангофил Ютуба. Ну, с этих пор я уже и мангу читаю за деньги, как вы видите. Заказали мангу Fire Punch, но не просто читать, а рецензию на мангу. Рецензия будет проходить приблизительно в таком формате. Я буду останавливать запись, читать. Я ее быстро довольно-таки прочитаю. Я думаю, часа 2-3-4 это займет. И буду комментировать по ходу прочтения. То есть я буду активировать запись. И вот те или иные моменты, непосредственно на них акцентуировать свое внимание. В случае, если, ну, например, я не знаю, ну, в самом конце, в общем-то, в самом конце мы подведем итоги и скажем, хорошая манга, нехорошая, понравилась, не понравилась. В общем, буду обращать внимание. Вот посмотрите на эту прекрасную картинку. А теперь поехали! Ну, в общем, да, отметим, что здесь есть ведьма льда непосредственно. Одна из одаренных, известная как ведьма льда, соответственно. Ну, да, да. Блять, тут сходу, короче, руки рубят неожиданно, короче. Ну, видимо, да. Я помню завязку сюжета, у Ингвара мы смотрели. У челик, короче, регенерировать может, и ему рубят руки, чтобы, блять, кормить целую деревню. А он регенерирует после этого. Кайф. На самом деле, уже с самого начала, ну, интригующе, да.
интригующую. На 13-й странице сестра предлагает своему братику сделать ребенка. Вот это я понимаю, классика. Классика, классика, прекрасно просто. Блять, с хентай, кажется, начнется, сорян, блин. Она до него домогается. Она до него реально домогается, как в всяких хентаях. Мое почтение, респект. Да она просто угомониться не может. Она всю первую часть просит братика сделать ребенка. Что происходит вообще? Что творится в этом мире? О, военные, военные прилетели, военные, все. Ха-ха-ха. Военные, короче, охерели. Они, в общем-то, приехали и обнаружили человеческую плоть в каждом доме. Неожиданно, кто мог подумать. И людей обидели, ну, в этой деревне в каннибализме. Вы помните, пацан свои руки отрубал и скармливал их остальным. Лол. Вот это забавно. Ну, короче. В общем, солдат тоже обладал силой. Правда, у него сила огня непотухающего. Ну и, соответственно, он поджег пацана. Вообще всех поджег. Всех каннибалов сжег нахер. Ну, ибо он крутой, да, он взял, сжег нахер всех каннибалов. А у пацана вот регенерация охуенная, и он вроде пока еще, видите, кайфует, лежит, кайфует, соответственно. Типа, хорошо, хорошо. Ну, пацан горит, регенерирует, и он хочет умереть, и он пытается перестать сопротивляться регенерации, но, видимо, тщетно. Ну, и сестренка его, соответственно, тоже сгорела, очевидно. Ну, и вот герой собрался с силами, в общем-то, да, он горит, он не может потухнуть из-за этого пламени адского, ужасного, да, и он постоянно будет на нем гореть. А сестренка-то умерла, и он, в общем-то, соответственно, эмоционально сейчас зарядился. Ну, как зарядился, там еще год написано, он будет заряжаться. Год заряжаться, первый год, третий год, пятый, 5 лет будет заряжаться. 5 лет подзарядки, соответственно, вот-вот дает. Ну, в общем, он научился контролировать регенерацию, молодец. Ну и пацан хочет, в общем, вот убить вот этого челика, вот этого челика хочет теперь убить, который сжег все, вот-вот он, блядь, ух, какие злые глазища, да? Самым жестким способом его убить, самым жестким убить вот этого мужика цель. Хорошая, достойная цель для мальчика, ну, сколько, 8 лет прошло, уже не мальчик, уже муж, мужчина. Тут, короче, челик перевозит. Своими ребятами, ребятушками, солдатушками, в общем, перевозит чуваков из деревни и, короче, девочку там она пить очень хочет. Да, он стариков приказал убить там по классике, ну, как бы, явно империя добра. Так вот, ладно, прошу прощения. Так вот, смотрите. Ну, в общем, он, короче, налил в железный стакан, который создал с помощью своей силы, туда мочи неожиданной. Ну, и эту девочку бедную заставили, в общем-то, пить мочу. Вот это я понимаю. Нормальная манга. Супер. 10 из 10. Ну, и на все это пялилась, конечно, девочка. И девочку приказали убить вместе со стариками. Старики-то они нахер не нужны, понятное дело. А девочку еще можно было бы поюзать, но она что-то пялилась на главаря. И главарь, короче, приказал убить эту суку. Пялилась на меня, мразь. Не люблю, когда на меня пялятся. Вот так вот. И вдруг появляется наш герой. Герой, блядь, где он, господи. Вот наш герой. Вот он идет, оплавленный. Кстати, рисовка, ну, терпимая. Пока что очень даже ничего по отношению к другим мангам, которые обычно выходят. Очень даже. Тупо изи бой. Он просто прикоснулся к чуваку, и тот сгорел. Ну, короче, их родители в прошлом, оказывается, вот этого фаерпанча пустили на дрова, и теперь их используют у этих вот брата и сестру. Сестра тоже умерла, но это в прошлом было. Видите, черненькие экранчики, это прошлое, значит, да? Для тех, кто мангу не читает, подсказываю. Ну и, соответственно, их жрали, ну, руки им отрубали и жрали их постепенно. Вот такая вот у них история интересная. Да. Ну и сестренку, конечно, попытались изнасиловать прям по классике, но сейчас узнаем, получилось ли. В общем, пацан вырвался из оков, сломал себе руку, ну, чтобы вырваться, да, и схватил топор и в голову, короче, воткнул дяденьке. Дяденька теперь немножко вот, он не регенерируется, как вы понимаете, не смог изнасиловать, а я болел за него. Ну, и тут к нему девочка присоединяется. Вот она. Идет с ним.
Ну, короче, все там насильники, все убийцы, короче, за ним следят, его хотят убить, девочку, короче, рабыней сделать, ну и все дела. Ну и все, соответственно, план, план, вот так, вот такой вот, короче, одну на всех, мы за ценой не постоим, прошу прощения за шутку ужасную, да, если что, за все, всех, кто был оскорблен данной шуткой, вот извиняюсь искренне, ну ладно, так вот. Вот-вот, мужики решили, короче, что вот надо добыть рабыню одну на всех. Хватит, одной на всех хватит, понимаете? Ну, в общем, у девочки тоже есть дар, она может молнии пускать небольшие. В общем, и так она огонь смогла развести. Мужик-то огненный не хочет разводить огонь, потому что у него огонь опасный, очень-очень опасный огонь. Он не потухает, так что вот. Ну, кстати, пока он тут чувствовал приступ боли, вот у главного героя у него неожиданно он все это время горит. Он как бы буквально горит все это время, да? Ну, больновато ему, наверное. Так вот, на него нападают те самые чуваки, которые девочку в рабство хотели в итоге забрать, ну, его подбить, конечно. Пацаны, правда, думают, что у чувака способность не регенерация, а огня, поэтому они как бы решили, что отличная идея подойти поближе и выстрелить ему в голову. Отличная идея, но сейчас узнаем, что будет. Сейчас узнаем, что будет. Ну и деваху они сразу изнасиловать, конечно, решили. Короче, пока чел этот валяется, в общем-то, без сознания, они решили, что отличная идея будет изнасиловать девчулю. Но кое-кто встал и потрогал их. А этого уже достаточно, чтобы всех убить. А чел заметил одну особенность. Когда он кого-то сжигает, до самого мяса его боль стихает. Упс. Упс, как приятно. Упс, как хорошо, да? Миленько. Очень миленько. Девчонку взяли в заложники. Кстати, я думаю, после завершения книжки первой из восьми мы подведем небольшой итог. В общем, взяли в заложники. Ну, в заложники-то ее взяли, но снежная лавина, она всех победила, соответственно. Снежная лавина оказалась сильнее непосредственно. Ну, девочка смогла выбраться из-под завала, все хорошо, девочка жива. Ну, огненный мужик тоже жив, ему-то похуй вообще, что ему эти завалы. Ну, и девочка хочет поделиться с огненным мужиком нашим кусочком картошки. Она вначале заявила, что больше всего она любит картошку и сладкое. Ее любимое блюдо – картошка. У нее с собой был кусочек картошки. Она с ним решила поделиться, но чел ей говорит: «Смолчи! Смолчи!» Все, замолчи. Вот так, вот такой вот челик. Суровый. Ну, в общем, кто-то решил, ну, Агни, короче, бросил девчонку. Решил убежать от нее, оставив такой след проталины гигантский, который и так все видят, да. И девчонку решил подбросить какой-то челик вот на Буране, видимо, да. Ну и, соответственно, они нашли Агни. И неожиданно вот эта вот хуйня ударила нашего героя зачем-то. Пока непонятно, что происходит, но мы сейчас узнаем. Ну, челик, короче, у него немножко рука загорелась, и он очень грамотно все сделал. Он трубил себе руку, и она восстановилась, как я понял, мгновенно. Вот это стильно. Вот это стильно. Бля, она его обезглавила. Отличное окончание первой главы из восьми. Мое почтение. Короче, его отрубленную голову завернули в ткань огнеупорную и продолжают по нему стрелять, чтобы он, ну, медленнее регенерировал, потому что, ну, блядь, он регенерирует нереально быстро. Смотрите, какой городок красивый. Такой обычный, нормальный городочек. Короче, девок поймали, ну, как бы вот эту мелкую, которая Сан, ну, и у нее еще подружка появилась. Ну и вот, соответственно, пришел чел, начал с ними общаться, растопил, в общем-то, сердечко между ними, так скажем, сердечко растопил. А потом говорит, что заниматься сексом с двумя собаками мужской особи будет их работой. Чё, блять? Я пока не понял. Что? Чел говорит, что ему нравится, когда люди занимаются сексом с животными. Сан оказалась парень неожиданно. Кто бы мог подумать. Ну, короче, в конце концов, они мужика вырубили. Нормально. Только что Сан отрубили ноги, блять. Что нахуй? Что, блять, происходит в этой манге? Вот второй чел, который собакоёб, короче, он это исцелил ее неожиданно. У его, точнее, этого Сана. Ну и типа без ног. Чувака оставили, инвалид. Отлично. Ну, короче, огненная голова, пока его там расстреливали, он смог что-то проглотить и выплюнуть. Правда, как он, блядь, смог выплюнуть, если у него легких нет? Ну, типа...
Выплевывание происходит, когда у тебя есть легкие. Ну, вы понимаете, вы воздух набираете и воздух выталкиваете. Ну, то есть у вас нету возможности вот мышцами вот выше головы, если вам голову отрубили, что-то вытолкнуть. Я, конечно, занудствую. Но вот только что была хуйня, вот смотрите, увидите вы это? Не, не увидите, это там внизу где-то, вот он плюнул. Плюнул какую-то херню, я не знаю, какой-то кусок ткани там или еще чего-то, чтобы его огонь, ну, непосредственно покрошил пацанов вот этих вот. Блять, он что, восстановился сразу, так быстро? Полностью восстановился. Какого хера он так быстро восстанавливается из одной головы? Что, блин? Короче, он нашел дому вот этого чела, который поджег его деревню и убил его сестру нахрен, да? Ну, в общем, вот, отыскал. Теперь сейчас будет файт. Дома говорит, чем я должен с тобой расплатиться, чтобы заслужить твое прощение? Сделал ли там вообще это я? Что-то какая-то хуйня у него в голове опять. Ну, нормально. Я приму все, что скажешь, кроме смерти. Что я должен сделать, чтобы ты простил меня? Что, блядь? Бля, режиссерша ебучая появилась. Она меня уже бесит. Ненавижу бесячих персонажей. Ну все. Первую главу мы читать закончили неожиданно. И это заняло 12 минут вообще-то. Неплохо. Ну как 12 минут? 12 минут вашего времени с моими комментариями. Так-то это заняло приличное время. Побольше, чем я планировал на самом деле. 203 страницы в одной главе. Ну, нормально, 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 короче. Непосредственно сам сюжет, ну, кроваво, мощно, неожиданно сурово, так скажем. Очень-очень бескомпромиссно. Персонажи дохнут, им отрубают ноги, с ними делают все, что, блядь, угодно. Вообще происходит в довольно свободном порядке очень много чего. Правда, главный герой кажется слишком уж имбалансным со своей невероятной способностью к регенерации. Просто невероятнейшей способностью, которая прямо из головы, из одной его тело полностью восстанавливает очень быстро. Ну, непосредственно, кажется, немножко нечестно, да, у других способностей какие-то, знаете, послабее. Небольшой шматок электричества там, сал, шматок сал, да, у кого-то там еще что-то, у этого третьего, у этого десятого, это там чуть-чуть сам хилит кого-то. Ну, вы поняли. Герой немножко нечестным смотрится на фоне всех этих неудачников. Ну да ладно. И вот мы приступаем к прочтению второго тома манги Fire Punch. И посмотрим, что произойдет здесь. Ну, короче, произошел небольшой файт. Дома там вот этот чел огненный наш. Еще какой-то хилищийся долбоеб. Или это женщина, я не понял. Тут хер поймешь, кто женщина, кто мужчина. Насилуют буквально всех. Да, так вот, короче, пока они вроде пофайтали этого, победили огненного панча, ну как, огненный панч сопротивляется, но его все же зажали, поджали дядю. Теперь они планируют утопить его голову в море, потому что отрубание головы этого было недостаточно для них уже, да, ну и соответственно, надо, короче, затопить мужика, решили. В поезде насилуют девочку, и вдруг появляется эта журналистка ебучая, которая снимается. И говорит, не обращайте на меня внимания, ну насилуйте ее скорее, моему фильму точно не хватает такой сцены. Ну же, приступай. Мое почтение. Короче, она кричит, насилуйте, смотреть, как погибают плохие парни, это пик катарсиса для зрителя. И чем больше зла вы сотворите перед камерой, тем более оправданным будет ваше убийство мною. Девушка, которую насиловали, просит ее спасти, и в итоге все-таки режиссерша решается, вроде бы. У нее тоже дар регенерации, она их всех разъебала неожиданно. Короче, спасенную от изнасилования девушку она решила сделать своим оператором. Заставить, точнее, решила. Потому что сама то, что она наснимала, когда дралась, ну, получилась, короче, фигня полная. Она решила вот так замутить, лол. Появился еще один черт. Сейчас будет битва еще одна. Тупо чел за патриархат. Неожиданно. Он тут объясняет, что насиловать женщин это нормально. Какую бы форму зачатия ребенка не принимала, оно всегда законно, верно. И, в общем, мужчина всегда будет невиновен при любом изнасиловании. Запомнили? Забыли. Запомнили и сразу забыли. Мое почтение. Бля, короче.
устроила истерику режиссерша из-за того, что ей приходится сражаться с еще вторым челом с регенерацией. Их здесь же трое с регенерацией, плюс еще она сама, их четверо, считайте. Она говорит, ну, блядь, это неинтересно. Опять регенерация, и здесь регенерация, и там регенерация. Короче, выключай камеру, все, не трать батарею. Вот это я понимаю, красотища. Вот это рисовочка. Вот это рисовочка. Тени, штрихи. Вообще все, что здесь находится. Короче, обезглавили того регенератора. Ну вот и третий появляется после обезглавливания. Здесь вообще все очень быстро умирают, поэтому я даже не вижу смысла запоминать их имена. Ну, в общем, вот, главный герой появился, и, ну, в общем, они его добыли непосредственно из этого ящика, и освободили, кайф. Короче, здесь челик Иуда оказался очень похожим на сестру главного героя, и герой просто такой: «О, ты моя сестра!» А Иуда такой: «Нет, я не твоя сестра, отъебись от меня!» Приблизительно так. Ну и, в общем-то, режиссерша обезглавила Иуду. Вообще, до этого она экзоскелет у него вытащила из туловища, чтобы не выпендривался. А теперь, в общем, еще и обезглавила. В общем, кайфует вообще без остановки. Мое почтение. Огненный мужик бегает за режиссершей и пытается отобрать у нее голову регенерирующегося Иуды, потому что он думает, что это его сестра, блять. А она пытается ее утопить. Ха-ха-ха. Блин, охуенно. Блин, вот эта тетка, которая режиссерша, она уже 300 лет прожила, она типа очень крутая и сильная, и мощная, и всех победила. Реально крута. Реально крута. Она, конечно, бесячая, но... Короче, режиссерша предлагает тусу. Вместе тусить и вместе охотиться за дом, и она ему всю встречу устроит, короче, все организует. Чел повелся, он станет ее главным героем, она его уговорила, лол. Они, кстати, этого Иуду отпустили неожиданно. Блин, у них тут фабрика одаренных, которые что-то где-то производят. То есть одаренные, которые производят крахмал, железо, огонь и так далее. Они просто собирают этих одаренных и используют, чтобы город жил. Охереть круто. Бля, эта овца предложила ублюдкам убить огненного человека. Реально киношница. Полноценная. Короче, она решила добыть сверхлюдей, которые, ну, которых убить собираются. Использовать их против огненного человека. Режиссерша говорит, что на самом деле никакой ледяной ведьмы нет. И что на самом деле это просто ледниковый период. Тоже, кстати, неплохо. Люди тешат себя иллюзиями, и это достаточно правдоподобно и интересно. В общем, класс. Ну, собственно, что я могу сказать? Вторая глава была просто мое почтение тоже. Очень неплохо раскрыла мир. Ну, первая глава была, конечно, тоже крута. Прям вот очень крута. Но она менее содержательна с точки зрения раскрытия мира. Вторая, она в этом плане куда более интересна. Вообще мир довольно интересный, жестокий, классный, безжалостный, люди поехавшие почти все. Ну и этому объяснимо. Просто во многих других аниме, когда у нас постапокалипсис, все какие-то мягкотелые, добрые, веселые, замечательные. Здесь как-то это более, да, так жестоко показано. И это, конечно, интересно. Это, конечно, интересно. Вообще продукт довольно интересный пока что. В принципе чего? Дочитываем. Ну что же. Мы продолжаем записывать уже с третьей главы. Ну чего, поехали, соответственно. Надеюсь, третья будет такая же хорошая, как и предыдущая. Он непосредственно изучает английский, чтобы ему стало легче. Без английского ему больно. Короче, его нарядили в огненно-непроницаемый костюм, научили его воевать, ну вот в прошлой главе. Теперь он, в общем, боевой мужик. Готовится напасть на город. А из города пойдут ублюдки, которые, собственно, ну, эти всякие, ну, убийцы, маньяки и так далее, которые попытаются его остановить. И это при том, что главный герой, ну, вот, очень-очень хочет умереть, на самом деле. На самом деле, просто это чел огненный сдохнуть хочет, и все. Увидеть маму и папу, когда умрет, и все. А тут пацана увидела, и пацан такой: «Помогите, помогите». Ну и галлюцинации, соответственно, у него пошли. Он видит себя из прошлого, сам с собой разговаривает. Что-то у него, в общем-то, проясняться начинает во второй главе уже. И вдруг он разбивает прутья, где рабы сидят, и типа освобождает их, видимо. Ну, в общем, реально освободил рабов, мое почтение. Ну, в общем, он побеждает солдат и добирается до боссов. Ну, вообще, в целом, я так поверхностно пересказываю сюжет. На самом деле, довольно неплохо все выполнено. Рисовка, опять же, мое почтение. В манге редко кто так рисует, особенно когда длинные ангоинги, но здесь не очень длинный ангоинг, правда, такой вот коротенький ангоинг.
Но в целом, как бы, очень даже круто, старательно. Ну, конечно, это не уровень Берсерка, да, по рисовке. В Берсерке там периодически просто, ну, вообще жесткие картины. Здесь попроще, но все равно круто, все равно круто. Блин, преступники откинули главного героя в кучу домов, а у него пламень, ну, на нем непогасимо, и эти дома, ну, собственно, загорятся. Ну, тут происходит длительная красивая битва, комментировать на самом деле нечего, очень круто, очень классно, в общем, мое уважение, мое почтение. Ну, герой вообще-то разорвал на две половины. Ну вот, красотища. Красотища, можете вместе со мной полистать, посмотреть. Вот. Вот. Ну, соответственно, мое почтение, рисовка божественная, битва идет, битва классная. Черт из два, я проиграю, я не сдохну просто так. Там, короче, вот перемога идет. Я никогда не должен был позволять таким, как ты, помыкать мной. Бах. Ну и вот сейчас, в общем-то, будет финал, развязка. Кайф. Кайф. Ну и вот, соответственно, финальный удар. Бах! В лицо этому гигантскому мужику, который сильный. Типа, о, все, конец. Ну все, дед загорелся. Деду конец. Датики охерели, думают, разве можно людей просто так убивать? Такие, че? Причем у них, перед ними бог этот сражается, они его теперь как бога начинают воспринимать. Огненного кулака. Бля, он в чувака, который, в общем-то, металлом управляет, кинул свою оторванную огненную руку, и этот чел загорелся. Ай, кайф. Пиздец. Иуда просто бросался на этого чувака. Он уже умереть хотел на огненного кулака, и в итоге решил притвориться луной и сказать, типа, я луна, убей меня. Луна — это его сестра младшая, как вы помните, наверное, да? Ну вот, кринж. Ну ладно, нормально на самом деле. Дому тоже убили. Причем это так невзрачно получилось. Просто абсолютно невзрачно. Ну, короче, перехитрила эта штука его, и теперь тоже горит. И тут появляется ведьма льда. Ну ладно, прошлая глава, она классная, но она прочиталась очень быстро, потому что это был сплошной Fight Club непосредственно. Да и комментариев было мало, потому что, ну, в основном картинки только. Сюжет там пересказывать особо нечего, он просто крутая драка. Крутая, мощная, звездная, классная драчка была. И очень красивая, очень хорошая. Но мы отправляемся дальше. Fire Punch 4 из 8. Поехали. Появился Человек-трусики. Человек-трусики появился, в общем. И говорит тупо на английском. А, кстати, Агни учили английскому. Do you speak English? Спрашивает вот эта штука на копье. А вот эта вот режиссерша отвечает: Are you bitch? Are you a bitch? Вот, соответственно. Ну и... Драки. Вот этот чел, который в кепке большой спас... Ну как спас, не спас. Увез, короче, людей. А этот пытается его остановить. И тут еще вот эта тетка с копьем. Ну вы поняли. Еще одно неожиданное появление еще одного голого персонажа. Окей. Удлиняющийся фак. Вот это я понимаю. И все, и убил. Апостолы господина Агни. Да. Ну тут тетенька реально за лед шарит. Смотрите, пронзила его. А реально, кажется, ведьма-то есть в каком-то виде. Ведьма заявила, что она сделала мир ледяным просто потому, что могла. Типа, как детская игра такая. Лол. Теперь режиссерша заставляет его играть роль бога перед всеми этими людьми. Они молятся там. Кайф. В общем, чтобы накормить всех своих последователей, Агни, ну, в общем, предлагает, вот у нее же вот эта часть лица не обгорела, отрубать ее и жрать с нее мясо. Всем. И придется рубить очень часто. Мое почтение. Агни у нее спросил, куда отправляются люди, когда умирают. И она ответила: в кинотеатр. В здание, где люди смотрят кино.
Ну блин, опять отсылки на Иисуса Христа, они едят его плоть, он всех прощает. Блин, блински, это потеря потерь. Такой хороший сюжет, и тут все отсылки опять на христианство, на Иисуса Христа, на вот это вот все. Зачем? Зачем? Ну сделали бы религию не наподобие христианства. Христианство, ну... Это очень извращенная религия, так скажем, очень редкая, очень уникальная религия. Чего вас всех христианство-то тянет? А, нет, дома жив, я-то думаю. Я когда вступал в прошлый раз, я говорил, что его убили, но его на словах убили. Все думали, что он умер почему-то. Герои. И они такие, ну, он умер. Я такой думаю, блядь, я что, пропустил, что он умер? И такой, ну, знаешь, что он умер? А оказывается, он жив. Ладно, нормально. А, нет, оказывается, ведьма льда, это не ведьма льда, это просто тетка. Просто тетка! И тут еще одна хуйня, похожая на его сестру неожиданно. Вот под этой маской скрывалась. Они все похожи просто. Что за херня? Тут, короче, такой интересный финт ушами, что вот там одинаковые люди в космосе улетели, все дела. Но она здесь хочет взрастить нормальное человечество. Для этого нужно стать деревом, поджечь его, типа вот огнем агний, будет охуенчик. Она сама хотела стать деревом, там ба-ба-ба, бу-бу-бу. Ну, в общем, охуенный план, 10 из 10, мое почтение. И она хочет уничтожить мир из-за фильма «Звездные войны» последние. Причем последние «Звездные войны». Блять, соболезную, честно говоря. Ну что, мы миновали экватор, так скажем. Теперь мы продолжаем разбирать пятую часть. Посмотрим, что там, попробуем узнать. Оказывается, режиссер, что это мужчина, ребят, вы не поверите. Ну, это уже было до этого сказано, это еще раз повторили, я держу вас в курсе. Она мужчина. Блять, он не просто мужчина, он в душе мужчина. Снаружи он женщина, а в душе мужчина. А вот и после огромного количества эмоциональных перипетий между персонажами появляется дома. Неожиданно вот этот чувак, который поджег нашего героя. Он знал, что однажды явится герой. Ебать этот ваш дома ебанутый. Какой стрём. Какой, блядь, стрём. То есть, смотрите, чел реально просто поджег кучу народа из-за того, что им не хватает добродетели и образования. Просто из-за того, что, блядь, они человеческую плоть ели. Просто из-за того, что они ели человеческую плоть. И он сейчас, даже узнав, что это была плоть регенерирующегося чувака, которому похуй, что ее ели, да, который, наоборот, это делал, чтобы их накормить, чтобы они выжили. Он такой... Не хватает добродетели человечеству. Убейте нахуй этого старика, он заебал. В смысле, блять, они начнут есть друг друга там, когда ты уйдешь? Чё за хуйту ты придумал? Вот когда начнут, тогда и будешь сжигать деревню. Лох. Лох, блин, что? Что в голове у этого идиота творится? Что за бред? Дебилизм. Это не мои заблуждения, это просто гипотеза. Ты сжёг людей из-за гипотезы, еблан, блять. Ладно, какой кринж. Молокососы пришли защищать учителя, смотрите, окружили его. Не дают убить учителя дому. В общем, не будет он его убивать. Решил мирно все решить. Вот так вот. Не, блять, у него в итоге крышу снесло, и он перебил всех детей и самого дому. Пиздец просто. Пиздец. Пиздец, как жестко, на самом деле. Реально всех просто покрушил. Раскрошил, раздробил, короче, сжег вообще все, что только мог. Мое почтение. Пиздец. Полный пиздец. Пиздец. Ну и он упал под воду, ему привиделся кинотеатр, и тут она его обнимает. Пиздец. И она сейчас сгорит. Режиссерка. Что? Что? Чего? Она жива? Я не понимаю. Ладно, интересно. Не, просто довольно странно нарисовано. Не, сгорело. Пиздец. Да. Слили одного из главных персонажей. Мое почтение.
А вот это самое дерево. А вот это самое дерево, которое растет. И все персонажи мертвы. Все основные персонажи умерли, кроме главного героя. Мое почтение. Мое почтение, класс. Ну чего, переходим на шестой раздел. Да, там, короче, вот эта вот Снежная Королева. С ним побеседовала немножко. И сейчас будет следующий раздел. Шестой. 6, 7, 8 еще. Уже как будто бы все к концу подходит. При этом комментариев довольно мало я выдаю, ну, потому что события довольно быстро идут, и очень много красивых картинок, которые я частично попоказывал вам, да, но читать все равно рекомендую. Да, так вот. Ну и теперь сражение с Иудой. Иуда стал деревом, ну вот помните того, ту девчушку. Девчушка по имени Иуда, вот она его деревянными штуками пронзает. Вот происходит битва. Короче, нашего героя херачат, он хочет ее убить, потому что, ну, она на себя часть вины за многое взяла. Теперь он ползет наверх дерева, потому что она наверху дерева находится. Вот ползет, ползет, почему оно не горит? Вот, убей меня, я убью тебя, убью, убью, ну вы поняли. Убей меня. Ну вот, кстати, вот поэтому, ну... Так и быстро прочиталось, и так мало комментариев. Ну вот, соответственно, я убью тебя, ты ведь действительно не луна, ты ведь не она, нет, я не луна. Вот, а вот все. Это ведь ложь, верно? Чистая правда, ты лжешь мне. Бля, чувака просто кроет. Чувака просто кроет регулярно. Буф, буф, буф. Панч по лицу. Панч по лицу. Ну, у него глюки, блядь, постоянно идут. Пусть произойдет чудо, пусть произойдет чудо, пусть произойдет чудо. И повторы, повторы, повторы. Чудо, 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 чудо. У него просто голову кроет. Какая натужная улыбка. И все. Каков на самом деле настоящий я? Ну и вот дерево, оно сгорело в начале первой части. А нет, дерево растет все выше. Что? Ого. Действительно. Куча, куча, куча разных картинок. Я все это показываю, потому что... О, голые люди. Показываю, потому что куча картинок разных. Ну вот. Твои слезы такие теплые, волны, море. Какой холодный, как хорошо. Снег, луна. Снег, снег, он падает. Звезды, кругом снег. Кто ты? Ты совсем ничего не помнишь. Кто я? Луна. Стоп, нет, ты не луна. Я луна. Да, ты луна. А ты кто? Я твой старший брат. Поворот судьбы снова сделал их братом и сестрой. Луна, братик. Ха-х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 а. Ну вот вам. Голожопики. Голожопики обнимаются. Тепло. Я не горю. Тепло. Тебе не больно? Тепло. О! Здания, идут здания. Что вообще происходит, не до конца понятно. Тут местами довольно странно все это. Ну вот, твое лицо, когда нашел свою сестру. Бля, какие же слабаки. В общем, нашли они вот эту парочку, которая переодевалась у них, заставили на них оружие. Они такие, а что людей-то не съедите? А если мы начнем есть людей, то потеряем свою человечность. Это все наставление учителя. Пипец. В смысле, людей есть нормально. В смысле, потеряем человечность. Вы обретете человечность, когда начнете есть людей. Вы чего? Вы чего? Ну, главный герой из-за дерева избавился от огня, видимо, все правильно. Ну и вот эту деваху, ну, она, видимо, памяти лишилась и приняла имя Луны, и он такой: уи, сестра, ура! Отпиздил каких-то челиков, как обычно, по классике. Только его уже расстреляли, ну, вы можете посмотреть вот здесь, вот на это, вот, сейчас вот его расстреляли, и ему как-то вот весь раненый он был, соответственно. А потом снова регенерировать смог. Хотя казалось, что он вроде лишился силы регенерации, но, видимо, это не так. Просто показываю вам воду, посмотрите, как нарисована вода. Вы посмотрите, кто еще будет так париться с водой? Вот эти вот береговые волны, вот это вот все. Вообще подумайте, да никто не будет так париться. Всем плевать обычно. Всем в среднем плевать. Лол. И вот он себя поджигает. Классика. Красиво. Красиво. Вот это вот внизу красиво вообще. Вообще красиво нарисовано. Мое почтение. Мое почтение. Ну вот, встал и перебил их всех. И опять потом человеком нормальным стал. Вот такой вот. Ты ведь силен?
Прошу тебя, покончи с огненным ударом. Ну что, переходим на 7 главу. Мы реально очень такой блиц-опрос сделаем, просто потому что... Ну, все это подробно разбирать бессмысленно. Первую главу мы разобрали достаточно подробно. В принципе, в остальном манга держит, так скажем, уровень и планку. Душевные переживания персонажей разбирать каждую секунду, наверное, не так уж интересно. Да и новых персонажей вводится не то чтобы сильно много, чтобы разбирать каждого, да, и на каждого обращать внимание. Но все равно все круто, хорошо все разворачивается, достаточно интересно. Смотрим, что будет дальше. Еще два раздела. Надеюсь, мы сегодня успеем это все рассмотреть. То есть здесь он вообще перестал быть огненным ударом и пытается притворяться, что это не он и вообще что. Типа, да, я его убью вообще-то огненного удара. Хотя ему очень плохо, и он переживает внутри. Из-за того, что он вот здесь общается с людьми, которым этот огненный удар, он как бы навредил, убил их родственников, друзей, близких и так далее. Очень интересно. Ну и, соответственно, главный герой регулярно пытается себя убить. Потому что может. Сейчас у него и регенерация ослабла отчасти, и вообще... Как бы он, видимо, научился ее контролировать, он может вообще не регенерировать, если хочет. Вот он руку себе, она у него отрублена, он ее отращивал, и потом обратно ее, короче, отрубал, и она у него, ну, замедленно растет, потому что он, ну, вот, научился регенерацию контролировать. Ну, в общем, так он прожил 10 лет. Крут. Спит и ебется со своей сестрой, дети, там все дела, family, we are family. Ну, правда, это не его сестра формально, так-то, если подумать, да? Она просто называет его братиком. Боже, какая японская хуйня все-таки. Да, блин, Сан стал пророком-основателем неожиданно. Блин. Ну, все понятно. Кстати, произошло временное потепление, следует заметить, из-за дерева. В общем, понятно, вот этот вот Сан, его товарищи создали фейковую религию, всех наебывают, но они это признали только что. Ну и вот таким вот образом продвигают свой авторитет и идут вперед. Мое почтение, ну, банально, наверное, относительно, ну, типа, ожидаемо, предсказуемо, окей. Ну, в общем, пацаны хотят, вот эти, которых Сан возглавляет, хотят выкрасть Иуду. Ну и... Ну, не в прямом смысле, в переносном, да, соответственно. Отомстить. И вот главному герою сообщается, что, типа, мы ее украдем, если ты ничего не... Ну, ты ее отдай нам лучше, мирно. Чтобы остальных, твою семью, чтобы мы не это... Чтобы мы мирно как бы ушли, только одного человека хотим чпокнуть, остальных нет. Ну и, видимо, на этом будет строиться конфликт. Это такой псевдоинцест продолжается. Ну, опять эмоциональные терочки тут такие. Все нормально. Потому что я люблю тебя, братик. Я люблю тебя, братик. Братишка, братишка, люблю тебя. В общем, все просекли. Кое-кто просек, короче, что Агни мудак. Ну, в общем, происходит баталия. Чувак с металлическими колями. Я думал, что он сдох на самом деле, но он выжил. И вот он протыкает нашего героя всеми возможными средствами, отрывает голову Иуде. Дальше веселее. Баф. Господи, он полностью покрылся защитой. Тут какая-то жесткая битва идет с расчлененкой тотальной и так далее. Но главный герой-то наш отрастает. Все постоянно. Ну вот, пошли эмоции. Теперь защищают его. Ну, в общем, тут происходит интересная сцена с внучкой дома. Ну, и она его вроде поджигает сейчас. Ну, в общем, веселье. Веселье продолжается. Огненный кулак признается, что он огненный кулак, что он всех убил, что он надеется, что дома в аду находится. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Не, серьезно, достаточно неплохое и сильное произведение в целом. Ну, кукёш есть, конечно. Ну ладно, он объясним вполне. И вот он снова стал огненным кулаком. То есть он был нормисом на протяжении всей главы, теперь он кулак. Да, причем сам Сан, он вполне поехавший. Ну, остальные как-то знают, понимают, что они создали фейковую религию для быдла, как бы, да. А вот он что-то не до конца впрягается в это. Вот он вот такой вот. Такой вот челик.
Бля, он отрубил голову этой штуки с деревянной хуйней. Но господин Агни увидел это и своим пламенем разогнал тени лжи. Теперь они в аду. Охуенно. Чел, короче, всем головы теперь рубит. Мое почтение. Крутой. Стал крутым. Там, мы воздадим ей это, Иуде. По заслугам она будет вечно гореть в очищающем пламени правосудия. И вместе мы согреем этот мир. А? Вот так и заканчивается глава. Ну что, готовы к последнему тому, надеюсь? Готовы. Я лично готов. А вы, надеюсь, тоже. Ну и вот, соответственно, прекрасный, замечательный последний том. Теперь, на самом деле, главный антагонист злодея, это оказывается гребаный Сан, вот это, который, ну, которому ноги отрубили в начале. Кто бы мог подумать, что самое главное, сначала он казался, ну, типа, таким персонажем, как будто бы, а хули он тут делает вообще-то, да? А потом, смотрите, а он не зря был здесь, он не зря был здесь. Тут вообще почти все персонажи не зря, но они либо по сюжету умирают, либо играют некую значительную роль, то есть не просто так появляются. Ну, есть, конечно, те, которые просто так проявляются, но очень много персонажей, которые появляются не просто так. Они продуманы, и вся история здесь достаточно целостна и хорошо выстроена, что меня довольно-таки радует. Ну чего, продолжаем. Но он что-то вообще идет и сжигает все на своем пути, всех этих солдат мочит вообще без остановки. Кажется, у них ничего не получится. А чел задает правильные вопросы. Какого хера он вообще дышит? Как он ходит? Почему земля под его ногами не горит? Действительно, интересные вопросы. Почему? И вот господин Агни явился перед своими фанатами непосредственно. Сейчас будет диалог. Да? Ой, кажется, нет. Что-то он тут убил кого-то по пути даже. Типа бывает. Кто ты, черт подери, такой? Ваше лицо, что с вашим лицом, блин? Красота. Верни мне луну. Охуенно. Просто разгорелся, чувак. Верни нам господина Агни. Верни нам господина Агни. Вот это панч. Силен, кстати, пацан. Он еще и летает. Ох, красавчик. Вот эта баталия, соответственно, пошла. Господин Агни против вот этого долбоеба. Какая сила. Круто он летает. А, но у него электричество. Он же электричеством управляет, у него еще и ноги металлические. Блин. Красота. Красиво. Бам в голову. Круто. Чё? Живи. А, блядь. Сука, как он? Без ног. С разорванными руками. Кайф. На кого убить-то? Хотел убить дому. Он уже не знает, кого он хотел убить. Еще с огненным кулаком хотел покончить. Всех хотел убить, короче. Эх. У него память пропала. Огонечек. Че это тут у него? Голые это, короче. Голые Иуды. Что? Ой, подожгли чувака. Подожгли, жалко его. Жалко? Вот это финал. Он не может погасить пламя.
Чел сгорел, все. О, обнимашки. Предсмертные обнимашки. Бля. Блин, и поцелуй предсмертный. Классика. Классика! Ну, классика хуйни, конечно. Это большой минус под конец. Сцена, блядь, с поцелуем. Мы что, пятилетки, что ли? Чтобы нас таким говном кормить. После того, что было. Живи. Голову ему разорвало, все. Он, видимо, больше не смог. А. Ну, в общем, нормально, ща. Ну и, в общем, Иуда становится деревом. И они оказываются в кинотеатре. Миленько. Притом, это кажется нормальный кинотеатр. Хз, сейчас еще не разобрался. Да, у него еще и память отшибла в конце. Мое почтение. Мое почтение. Вторая амнезия подряд. Кайф. У всех амнезия здесь. Это очень крутой прием, да. Охуенно. Самый лучший прием из всех. Тупо всем амнезию давать без разбора. Это кайф. Ну и короче, нашли они запись, на которой видео был горящий мужчина, главный герой. И вот главный герой наш смотрит это. Он все это время продолжал гореть. И в какой-то момент, сам того не заметив, я сжал кулак. Сотни лет спустя. Вот оно в ядре. Она Иуда. Ну и вот. Я согреваю землю ради одного мужчины. В надежде, что он обретет счастье. Я уже не помню, как его зовут. Или как зовут меня. Я не помню, кем была и как жила до этого. Я лишь знаю, чего я хочу. Чтобы он был счастлив. Если это случится, то у меня не останется сожаления. Тысячи лет спустя. Где я? Здесь темно, холодно. Мне неприятно здесь быть. Что я здесь делаю? Уже и не помню. Отчаяние, чувство отчаяния берет надо мной вверх. Мне становится до жути холодно. Как еще долго мне придется это выносить? Ведь не может же длиться вечно. Чтобы хоть как-то согреться, я начинаю молиться. Я возношу все свои молитвы одному мужчине. Не знаю, кто он, но во время молитвы холод немного отступает. Тысячи лет спустя. У меня появилась идея, что если я разнесу голову с помощью этих способностей, может, тогда мне будет не так скучно, но мне кажется, что это уже не в первый раз, когда меня посещают такие мысли. Да и что мне делать потом со всей этой скукой? Интересно, зачем я здесь? Ведь должна же быть у меня какая-то роль. Эта голубая круглая штука подо мной разлетелась на куски уже давно. Может, мне нужно было что-то с ней сделать? Спустя тысячи лет, спустя десятки тысяч лет, спустя миллионов лет, вечное существование. Все, финальная глава. Последняя глава. Ее окружала лишь пустота. Ну вот, вот приблизительно такой финал, кстати. Сейчас я посмотрю, что еще вам показать под конец. А вот и мужичок. Мужичок вылетел, тот самый. О, они встретились. Любовь. Типа луна и сан, луна и солнце. Любовь, короче, неожиданно. Причем, кто, блядь, мог подумать, что этот Иуда, который взял имя Луны, вот этот чувак, который взял имя Солнца, блядь, они еще и сойдутся. Бам, короче. Немножко притянуто и как-то даже слащаво, честно говоря. Эх. Уснули они. И оказались в кинотеатре. Мое, блядь, почтение. Ну, окей. Окей. Вот, в общем-то, мы закончили обзор аниме. Сейчас я непосредственно, да, вот я сейчас подведу рецензию. Полный обзор аниме сейчас я вам расскажу. Но его я помещу в начало непосредственно. И вы увидите в начале, неожиданно, да, кто бы мог подумать. Именно такая структура. Сначала я сделаю рецензию. Такую общую, как будто бы, которая была после просмотра. Потом вот мы вот это все, вот после спойлера идут. Полноценные спойлеры с прочтением. Ну и в конце вот мы здесь с вами вот так вот и заканчиваем, друзья. Вот как-то так, план приблизительно такой. Ну что, давайте, всем спокойной ночи. Всего самого хорошего и доброго. И не ночи, и дня тоже хорошего. Всем пока-пока. В общем, вот такие манги.